переходом осенне-зимнего периода и началом учебного года госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой обязательного приобретения для своих детей светоотражающих элементов на верхнюю одежду. И в этой связи хотелось бы отметить, что основной причиной наезда автотранспортных средств на пешеходов в темное время суток является проблема своевременного обнаружения водителем пешеходов, находящихся на проезжей части, особенно если пешеход одет в темную одежду, которая может сливаться с фоном дорожного полотна и окружающей обстановкой. При внезапном появлении пешехода на проезжей части или переходе наличие на его одежде светоотражающих элементов дает водителю дополнительное время на то, чтобы сориентироваться, предпринять правильный маневр и, соответственно, избежать наезда на пешехода. Уважаемые родители, ежедневно напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения. Контролируйте их поведение на дороге и сами строго соблюдайте эти правила. Денис Желто. Кто-то новую должность. Это не нужно. Это в титрах, это нас. Нормально? Вот последний дубль.